Мойву можно очень легко засолить самостоятельно. Самый удачный рецепт здесь. Наливаем воду в кастрюлю, добавляем лавровый лист, перец душистый, сахар, соль, кориандр и зерненую горчицу. Ставим на огонь и как только вода с приправами закипит, отставляем и остужаем. Рассол должен быть теплым, но не горячим. Мойву заливаем рассолом и ставим в холодильник на 2 суток. Каждый день содержимое перемешиваем для равномерной засолки. Подаем мойву с картофелем. Всем приятного аппетита!